5 лет назад. Управление по борьбе с наркотиками устроило облаву на картель Синалоа. Они искали наркоденьги, но все было подстроено. Покажи руки! Я тебя взял. Увидимся лет через 10. Теперь ты никуда не денешься. Наши дни. Наш друг из Лондона вышел пару часов назад. Я организую с ним встречу. Мне вас не хватало, чудилы. Пора стать миллионерами. Так это теперь легенда, да? Миллионы, закопанные в пустыне. Многие пытались их найти. И ничего. Я бы не позволил им найти 33 миллиона. В пустыне. У черта на рогах. Где копать, говори. Гонка началась. Правила просты. Сегодня он окажется на воле. Не попадись. Быстро говори, что ты замышляешь? Часы тикают? Чем сам-то пока займешься? Я вышел по УДО. Надо работу найти. Да, одну секунду. Стрелял хоть раз при реальном несении службы? У вас вооружают? Не вооружают, я просто любопытствую на твой счет. Только вышел и снова сядешь. Люк Госс. Вэл Килмер. Наслаждайтесь жизнью. Она для того и нужна. Ты сумасшедший. Да, есть немного. Но в прикольном смысле. Понятно. Шериф Такер, не пора ли завершить погоню, которую вы ведете уже 6 лет? Больше не увидимся. Как же? Похоронить прошлое. И найти деньги. Мы пешки в его шахматной игре. Сорвать куш. А что с деньгами? Говорят, закопаны где-то в пустыне.